Sentida Sandy Beach Hotel 4 звезды. Отель Sentida Sandy Beach расположен в 18 километрах от аэропорта города Ларнака и в 10 километрах от его центра. Вблизи отеля располагаются ночные клубы, бары, таверны и рестораны. Открылся отель в 1984 году и до 1 августа 2013 года назывался Sandy Beach. Само здание отеля имеет 5 этажей и выполнено в светлом средиземноморском стиле. Последняя реновация прошла в 2011 году. Номерной фонд отеля состоит из 205 номеров с видом на бассейн и боковым видом на море. Номера стильно оформлены и имеют современную мебель. Все категории номеров одинаковые по площади – 25 квадратных метров и также по дизайну. Исключение составляют номера Junior Suite, площадь которых составляет 50 квадратных метров. Это двухкомнатные номера с видом на море. Состоят они из спальни и гостиной. Сейчас вы видите стандартный номер. Это однокомнатный номер с боковым видом на море. Максимальное размещение в этих номерах – 2 взрослых и 1 ребенок. Во всех номерах есть балкон, кондиционер, спутниковое телевидение, мини-бар платно, сейф платный и ванная комната с душем и феном. В номерах категории Junior Suite и Executive есть дополнительно набор для чая и кофе, халаты и тапочки, бесплатный сейф и бесплатный Wi-Fi доступ в интернет. Еще есть в отеле номера Executive Suite площадью 75 квадратных метров. Это трехкомнатные номера с видом на море. Состоят они из соединенных между собой номеров Executive и Junior Suite, благодаря чему они имеют две спальни и гостиную. Максимальное размещение гостей в таких номерах составляет 4 человека. Питание в отеле Sandy Beach, завтрак, полупансион и все включено. Система питания – шведский стол. В ресторане подают блюда европейской кухни. В снэк-баре предлагают легкие закуски, чай, освежающие напитки и кофе. Ужин проходит в главном ресторане отеля с видом на Средиземное море. На ужин всегда есть большой выбор салатов, горячих блюд и десертов. Есть меню здоровья, которое предлагает блюда для вегетарианцев. Система питания «Все включено» включает в себя только алкогольные напитки местного производства. Напитки иностранного производства оплачиваются дополнительно. Для детей есть детское меню и детский столик в ресторане. Отель проводит для своих гостей бесплатные тематические вечера, а также дает возможность насладиться живой музыкой и развлечься с помощью караоке. На территории отеля расположен бассейн в форме лагуны, вокруг которого на просторных террасах расставлены зонтики и шезлонги. Для всех гостей отеля они предоставляются бесплатно. В бассейне ежедневно проводятся занятия по акваэробике. Также в отеле есть скрытый бассейн с подогревом в зимние месяцы и 2 открытых детских бассейна. Для детей есть детская игровая комната и детская площадка. В отеле Sandy Beach есть оздоровительный клуб, в котором работает сауна, гидромассажная ванна, фитнес-центр и массажные кабинеты. Wi-Fi в лобби отеля бесплатный. Среди развлечений в отеле есть бильярд, дартс, электронные игры, теннисные корты, есть прокат теннисных ракеток и мячей, а также уроки по теннису, настольный теннис и мини-гольф. Есть пункт проката велосипедов. Также есть телевизионный зал и свежие газеты. Отель предоставляет следующие услуги. Бесплатная парковка, прокат автомобилей, прачечная, химчистка, обмен валюты и услуги врача. В отеле есть конференц-залы для проведения различных мероприятий и организации деловых встреч. Также отель оказывает помощь в организации проведения банкета. Отель расположен возле чудесного песчаного пляжа, до которого можно дойти всего за пару минут. Пляж муниципальный, вход в море пологий, удобно для семей с маленькими детьми. Лежаки и зонты на пляже, а также пляжные полотенца предоставляются отелем бесплатно. На пляже гости отеля могут заняться парусным спортом, виндсерфингом,
водными лыжами и заказать уроки подводного плавания. Здесь же проходят игры в пляжный волейбол. Отель находится возле популярных городских достопримечательностей. Одной из таких является Ларнака Форт. Форт Ларнака – это старинная оборонительная крепость, расположенная на южном берегу острова Кипр, рядом с набережной города Ларнака. В наши дни это одна из главных городских достопримечательностей, привлекающая многочисленных туристов. Также, прогуливаясь по городу, вы можете посетить парк Панирамени и церковь Святого Лазаря. Церковь в честь Святого Лазаря известна в христианском мире с древних времен. Множество исцелений и других чудес совершалось здесь благодаря благодати Святого Лазаря. По сторонам от отеля, как вы, наверное, успели заметить, находятся отели Golden Bay Beach Hotel и Lourdes Beach Hotel. В следующих видеообзорах мы познакомим вас и с ними. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал Smart Travel. Вас ждет еще много интересных видеообзоров. Спасибо вам за внимание и до скорых встреч!